Друзья, мы вас приветствуем из Сочи. Сегодня открытие зимних Олимпийских игр. Глядя на эту картину, конечно, за спиной, можно было подумать, что мы в Калифорнии, как обычно. Вы же думаете, что мы все время там, но нет, мы наконец-то в Сочи. Сегодня у нас тема разговора следующая. Видите, мы не в спортивной форме, Виктория рядом. Я, собственно, и тема разговора. Да, и Виктория как раз тема разговора. Говорить мы будем о проценте подкожного жира, потому что мы эту тему с вами уже обсуждали очень подробно в Инстаграм, обсуждали это в блоге о фитнесе. У вас все время появляются новые и новые вопросы, и я понял, что на примере Вики можно вам многое объяснить. В руках у меня этот листок, который я мусолю. Не случайно. Здесь результаты ее измерений. Вы сейчас видите на экране. Значит, мы измерились летом 2012 года методом гидростатического взвешивания и в январе 2014 года. И удивительный результат. Вот Вика. Вы ее видите. Она практически не меняется, наверное, для вашего глаза. И мало того, все думают, что у меня нет совсем никакого жира. Да. Но как сегодня мы вас огорчим. Да. Он есть. Ну, конечно, да, жир есть. Вика весит сейчас 53 килограмма. Но полтора года назад... Девушки, это для вас. Она весила 52,1, то есть 52 килограмма 100 граммов. То есть ужас. За полтора года Вика набрала 900 граммов веса. Вот. Но что интересно при этом, процент подкожного жира у Виктории был полтора года назад 15,6, а стал 11,3. Смотрите, какой вывод из всего этого, что вы можете остаться практически в том же весе, но суть этого веса может принципиальным образом измениться. То есть при одном и том же весе человек может совершенно разную иметь консистенцию. И Виктория полтора года не потратила впустую. Тренируясь всего лишь два раза в неделю, но имея, конечно, определенные генетические способности к тренировкам, Вика, оставшись в прежнем весе, коренным образом изменила состав тела. К этому стоит стремиться, и именно для этого используется измерение подкожного жира, чтобы вы понимали, что не только весы – индикатор, и не только ваши впечатления, а также есть еще измеримые показатели, которые демонстрируют то, что вы недаром тренируетесь. То есть вот. Получается, что я набрала 3 килограмма мышечной массы и убрала 2 килограмма жира. Именно, оставшись практически в том же весе. Вот результат, кстати, неплохо. Для полутора лет тренировок это супер результат. Дальше, ребят, что еще хочу вам сказать. Призвать вас, во-первых, проанонсировать, конечно, приятное. Буквально завтра-послезавтра смотрите новый выпуск на канале питания «Разбор рациона Сити Флетчера». Супер выпуск должен быть, потому что я лично был настолько воодушевлен его жизненной историей и с вами постараюсь поделиться. Надеюсь, что вы тоже проникнетесь, там есть чему поучиться. Дальше, с 9 февраля стартует проект 15 спортивных задач от Powerade. Совместно с брендом Powerade, который является официальным спортивным напитком Олимпийских игр в Сочи, мы сделали ежедневный, то есть 15 роликов, которые ежедневно будут выходить в эфире на канале, на который вы можете перейти, и вы сможете делать специальные движения для 15 зимних олимпийских видов спорта. Какие еще анонсы? На канале «Фитнес» через несколько дней будет разбор тренировки Тайсона, тоже обещанный уже давно и анонсированный на канале «Суперпитание». Так что, ребят, я не знаю, чем еще вас порадовать. Смотрим Олимпийские игры, болеем и увидимся совсем скоро. Пока!